В бою несколько десятков ее однополчан получили ранения, причем ранения тяжелые, которые не позволяли им самостоятельно эвакуироваться в тыл. Поэтому их сложили в один из блиндажей в ожидании возможности эвакуировать их каким-то образом. Но немцы перешли быстрое, очень неожиданное и напористое наступление. Этот блиндаж стало просто некому оборонять. Кроме Татьяны Брымзиновой. Естественно, блиндаж очень скоро был окружен, и она отстреливалась до последнего патрона. Когда немцы ворвались в блиндаж, они убили всех раненых, находившихся там, расстреляли, добили штыками, Таню взяли в плен. Они могли ее убить прямо там же, но решили, что надо над девчонкой покуражиться. Прежде чем ее убить, они подвергли ее жесточайшим пыткам. Потом, когда ее тело будет обнаружено, точнее то, что от него осталось, на нем обнаружат и вырезанные всякие звезды на спине и так далее, тому подобное. Издевались над ней, тушили от нее сигареты. Причем даже ее гибель, она была гораздо страшнее, чем можно было себе представить. Ее застрелили из противотанкового ружья, выстрелили ей в голову.